Доброе осеннее утро, дорогие друзья и наши подписчики. Наташа на Сережин сад приветствует вас сегодня. Я хочу показать вам сорт, который называется Magical Candle. На данный момент 3 сентября, и он набирает свой окрас. Удивительный сорт. Очень полюбился мне изначально, с самого первого момента, как только мы его посадили. Привлекает он тем, что имеет прямо стоячие ветви, очень прочные, за счет чего кустик получается достаточно компактным в ширину. При этом, посмотрите, какие огромные массивные соцветия он имеет, очень плотные. В переводе Magical Candle обозначает волшебная свеча. И действительно, поистине он оправдывает свое название. Посмотрите на соцветия, они напоминают по форме свечку. Плотные, массивные, очень красивые соцветия он имеет. Прочные побеги. Кустарник вырастает до 1,5 метров. В этом году немного задержано цветение. Тем не менее, он начал свой окрас. Имеет очень интересную окраску. Предыдущее видео наше вы можете посмотреть. В период осенних дождей он достаточно быстро, когда идет смена температуры, сильная день-ночь, он достаточно быстро окрашивается снаружи. Но если его открыть внутри, внутри он останется лаймового цвета. И это очень-очень интересно выглядит. Так и хочется его пощупать, потрогать. Набитые соцветия. Вот такой кустик Magical Candle. Очень рекомендую вам присмотреться к этому сорту. Прямо стоячий и очень-очень компактный именно в диаметре. Привлекательный сорт. Очень такой тактильный, я бы сказала. Хочется его трогать, трогать, щупать. Красивый. Посмотрите, какие соцветия. Пышные. Вы знаете, каждый год он радует нас своим цветением. Не было ни одного года, чтобы он пропустил или зацвел менее обильно. Пожалуй, это тоже одна из отличительных его характеристик. Надежный сорт. Очень привлекает внимание. В саду мы посадили его на дальнем плане. По той причине, что, собственно, он достаточно высокий. Ну и привлекает, конечно же, внимание свое даже издалека. Вот посмотрите, какой замечательный кустарник. Сорт Magical Candle. Называется Magical Candle. Волшебная свеча. Дорогие друзья, многие спрашивают, задают дополнительные вопросы, где мы находимся. Мы находимся в Тульской области, Заокский район. Это самое начало Тульской области от Москвы, практически как заканчивается Московская область, недалеко от Оки. Вот здесь мы выращиваем своих красавиц. В каждом описании под видео я оставляю наши контакты, в том числе адрес.
телефоны, связь по WhatsApp и наши данные о сообществе ВКонтакте «Моя гортензия». Пожалуйста, заходите. Будем вас ждать. С вами Наталья и Сергей.